А кто вам сказал, что вы будете выступать одни? Я попросила 11 заменить меня, пока я буду ведущей. Удачи, друзья! Привет, единица! Привет, двойка! Как я вам скучала! Отпусти меня! Ой, прости, единица. Ладно, девчонки, нам нужно как можно скорее придумать классный номер. Двойка, почему ты так беспокоишься из-за этого глупого выступления? Эта медаль все равно не будет считаться в финальном зачете. А что такое финальный зачет? Финальный зачет — это когда считают медали, которые заработала команда на протяжении всей Олимпиады. Команда, у которой больше всего медалей, получает денежный приз. Хотя, если вы так сильно беспокоитесь из-за этого номера, то у меня есть одна идея. На данный момент наши грандиозные Олимпийские игры открыты! На трибунах десятки подписчиков и сотни зрителей! Что? Я что-то забыла? Ах, да, представиться! Меня зовут Марта, а это моя помощница Тройка. И сейчас мы посмотрим, какие выступления для нас приготовили разные участники. Мы приглашаем на сцену Курио и Боба из лагеря Мартина. Следующий number blocks. 1, 2, 3, 4, 5 number blocks. 1, 2, 3, 4, 5 number blocks. 1 and another one is 2 and another one is 3. Ой, это же я. 5, 4, 3, 2, 1 time for some number fun. You can count on us with a number blocks. Следующий у нас русский алфавит. 10 минут спустя. Дорогие котики, все подходим сюда и голосуем, кто же лучше всех выступил. Это они потрясающе. Должны победить. 5 минут спустя. По итогам нашего голосования победили Курио и Боб. Второе место занимают 1, 2 и 11. А бронзу забирают Куталу, Крошка Бэль и Эппл Блум. Продолжение следует.